Всем привет, ребята, с вами Назар. Продолжаем играть в Европу за Австрию. Ну что ж, подошла к концу война против Хорезма. Давайте будем подписывать мир. Вот, полностью мы ее присоединяем, его, Хорезм. Забираем все провинции, себе вот тут на востоке такую полоску возьму, а все остальное дам Каспии. Так что завершаем. Так... Каспий 1%, нормально. Тут нужно их разбить. Сделаем вот так. Ну и давайте закорим то, что там такое есть подороже. Вот тут. Точнее, то, что идет расширение. Иди, скул, почему я тебя не могу? А, просто... Китайцы считают эту территорию своей национальной, и они, типа, не хотят, чтобы мы ее корили. Ну, точнее, им-то все равно, просто по механике игры мы этого не можем делать. Так, тут разбили. Тямские повстанцы были какие-то. Вот, с китайцами там, не знаю, я так смотрел, смотрите, на 184... получается сверхрасширение, но это, конечно, я этого делать не буду, я тут подожду немного, пусть он у меня спадет, то что есть сейчас, вот эти все, то что вот тут корится, ну, наверное, придется ждать полностью, чтобы оно все спало. Ну, подождем, январь, тут полгода осталось. Тем временем война против Польши идет, столицу. Войска их тут разбивают, наши ребята. Я пытаюсь взять Чернигов. Туда хотя бы немного. Не то, что немного, а туда просто нужно запихнуть командира. Вот, на плюс 3. К осаде. Так, тут какая-то у нас армия стоит. Давайте отправим ее в Индию. Поможем тут с этими всеми повстанцами. Тут отдал бы Анхри. Чтобы так типа выровнять границу можно бы было. Вот это я не хочу и давать. Хочу сам себе забрать. Так, тут армия прибыла. Еще вот эту тоже заберем в Европу, пусть они тут будут. Будут тут сражаться против повстанцев, которые через 18 лет должны там остать. Тут придется подождать, пока с китайцами не замиримся. Текс, и вот эта армия у нас уходит сюда, например. Тут противоют ей тоже нужно будет повоевать. Против этих нужно. Но пока нельзя. Нельзя. Французские сепаратисты. Где это вообще находится? Что-то какие-то названия не совсем французские. Где-то, наверное, на каких-то островах. Палембанг, Тулебеванг. Это явно какие-то острова. Тут проще дождаться. Так, этих нужно еще, блин. Ай, давай плыви. Ну ладно, ты пока вези. Собрать такую какую-то армию и пробовать ее использовать для усмирения всяких разных повстанцев.
Так, ты плыви отсюда. Так, старый сюда пусть идет. Как что? Хотя нет, пусть они стоят где-то вот тут. Соберутся. Все, пихали туда войск. Слишком много даже. 17 там нужно. Вот это... Две кавалерии там будет достаточно. И... Так. Да. Блин. Вот так, вот так, вот так. Еще можно немножко пехоты убрать. Вы уходите отсюда. Так, пошлины можно снизить, хорошо. Еще бы дали на какую-то из стран, которые там сильно такие, сильно бунтуются по этому поводу, сильно переживают, что у них пошлины. У нас пехота только. Давайте возьмем. А, блин, тут кавалерии вообще нету. Еще две пехоты погрузим и отправимся вот сюда. Тут, наверное, две армии нужно будет оставить Китаем. Давай сюда. А тут одна, тут 30 тысяч. Ну давай, давай, иди. Наши тут бьют поляков. Это хорошо. Две крепости. Нет, три крепости осталось. Волынь, Брацлав и Чернигов. О, что-то, что-то там хорошее. Так, любую, новую провинцию, новую. Так, что вы нам предлагаете? 10 престижа, нет, стоимость стабильности, нет, эффективность миссионеров, норм, вертерпимость, норма, критика, норм, ну да, давайте вот это. Так, а с турками когда там? 73-й. О, на следующий ход. Быстро, однако. Да, французы восстанут. Ну и чё, что они восстанут? Там уже должно быть ниже сотки, да. Но еще на сотку придется брать только от китайцев. Либо же ждать, пока это все закорится. Ладно, подождем. Да, несколько польских армий несчастных. Касается. Так, тут все-таки нужно оккупировать, то они тут будут бегать, мешать нам постоянно. Так, есть 5000, там 3000, должно справиться.
сюда давайте. Ты давай сюда. Нужно навести порядок в Антхре, в Индии. Дочери не страны, возможно создавать заморских правов. Вроде должно быть возможно. С корейцами когда? 79-й. Еще не скоро. Ну, эти, к сожалению, не хотят восставать, хотя 100%. Против японцев. Странно очень. Так, а Бухара. 73-й. Тоже на следующий ход. Год. Так, походу наши все начали возвращаться домой. Там бы и стояли бы. Хотя тут с Польшей уже все. Польша, считайте, что ее уже не существует. Так, ты давай, вот тут стой. Еще вот ежень надо бы с монголами вместе скушать. Ну и вот тут есть чавчувены. Так, Чернигов мы захватили. Хорошо. Ой, нужно отсюда куда-то свалить на север. Вот сейчас будут все возвращаться. А рекруты тем временем установились нормально. Есть, кстати, ачивка на 1 миллион рекрутов. Весьма такая забавная. Я что-то навез сюда этих войск. А, стоят. Они не помешают. Здесь, тем более. Польша. Пусть пока что захватывают наши. О, все три колонии здесь уже созданы. Отлично. Отлично, отлично, отлично. Так, здесь крепость еще нужно взять. И вот тут, да. Французы что-то не могут никак восстать. Претенденты. Сколько у вас тут этих повстанцев? Это ж капец. Мне вот интересно, что будет, если всех расширить? Это очень интересно. Но проверять боюсь. Сейчас вроде бы все хорошо, у нас идет. Все по плану. Так, если я сейчас замерюсь с Мином, то 15 лет это будет, ну, где-то 90-й год. Да. Следующая война. Но на следующую войну, я думаю, мы сможем полностью его уже скушать. Наверное. Надеюсь, что Япония скорее тоже такие жирные.
Очень-очень жирные они. Сколько там? Еще немножко сейчас это все позаканчивается, и можно будет набирать с китайцами. Дико возьмем. Мы тут полностью тоже все захватили. Хорошо, давай возвращайся сюда. О. Ой. Где-то восстал кто-то. А я даже не заметил, кто и где. Может, тут где-то будет написано. А, померанские претенденты, наверное. Ну да. Текс, и сколько у нас? 31%. Ну, считаем, что 32. 200% минус 32. Это у нас равно 168. 167, короче, будем. Чтобы не было больше 167. Так, у нас есть на... 176. Почему оно уменьшилось? Австрийская Канада, что, серьезно? Ну, блин, ну вы гоните себе. А чё она нам не отдала-то? Что? Ладно, не будем тут брать. 172. Ну, все равно нам нужно немножко скинуть. Вот. Возьму тут. Тут, кстати, можно Казани отдать. Да. Ну, они дешевые. Почему бы и не отдать? Казань-то где-то у нас тут. Так, я тут тогда тоже не буду брать. Тут возьму, тут отрежу вот этот кусок в Индии. Тут не буду брать 167,6. Вроде бы вот так. Так, давайте еще раз посчитаю. 176,6 плюс... Сколько там у нас точно? 31,6 это равно... Ой, 208. Стоп. 200 минус 31,6 равно 100... 168,4. Еще раз. 167,6 плюс... 31,6. Ну, 199,2. Что-то неправильно я посчитал, наверное. Ну ладно, еще какую-то откажусь, чтобы не было проблем. Тут можно. Тут крепость есть, тут крепости нету. Ну так точно будет нормально. Ну, тут не будет соединения, ну и что. Не страшно. Союзов там никаких у них нету, Китая. Сейчас посмотрим. 167. Ну, как-то считать неправильно. Тут я по-любому не мог взять 100 с чем-то там процент. Четверок. Двойку убираем. Четверка пусть будет.
Так, вот тут все поубираем. Вообще не нужно. Шестерка производит. Шестерка производит. Так, восьмерка. Было бы хорошо, конечно, капнуть некоторые на границе. Ой, ну тут все равно Китай. С ним легко сражаться, что не проблема вовсе. Так, ты туда не иди, ты уже тут стой. Вот эти две армии, это и вот это, пусть тут стоят. По-любому тут какая-то хрень вылезет. Так, 197,6, нормально, все. Национализируем то, что можем. Можем достаточно немало, так скажу я вам. Все. Сразу кто-то. А Милан? Милан. Не надо так, не надо. Успокойся. Так, и Польша еще осталась. Ну, тут нужно взять еще эти две крепости. Они уже согласны, но просто нужно передать контроль над ними. Люди пробуют. Ну, пусть пробуют. Это удобство. Ну и что? Так, что перебой. Коммунальная ассамблея. Сразу. Ну, как я... 45, чего? Откуда тут могло собраться 45 тысяч человек? Что за... Что за наркомания? И мне нужен какой-то хороший генерал, например, вот этот. Вперед. Французов там, походу, нету генерала. Текс, Виджа. Дели. Ну, не знаю, Дели. Тут союз Виджа и Нагара. Тут, наверное, несколько провод дадим все-таки Анхре. Хотя она и так там страдает, несчастная. Но тут, блин, плюс 100%. Это ж жесть. Наши. Вроде бы справляются. Тоже Антхра. Да все, все, понял, что маленькое неудобство началось. Давай поможем. Так, кто у нас еще остался? Вот эти. Ну, они еще воюют. Пусть воюют. Пусть они закончат эту войну. Конго. Можно. Ну, я подожду. Может, вот эти все мелкие позабирать. А давайте вот тут на севере. Эти две армии. Одну отправим, а другую пусть стоит пока что здесь. Можно противоюйти. Можно. Тут Тямпи отдам кусок. Остальное себе придется забрать. Но, не-не-не. Сначала с этими мелкими давайте разберемся. Так, у него это просто корабли. Так, на кораблях. 3000 тоже соединим. Уже двоих будем возить. Французы, да. Французики. Кто там? Синар. Десятка. Вряд ли я смогу что-то сделать. Вот тут. В Китае. Так, опять ставлю на паузу. Все это проклацает. Потом вернемся. Все. Там где мог, там увеличил. Вроде восстание не должно быть. Ну, тут в сценарии, скорее всего, что будет. А какая там прова? А, я все сделал. Хорошо. Хорошо. Можно поставить, конечно, Бретон. Что это там опять тяпнуло свои технологии? Возможно. Успокойся. Так, еще шестерочку национализируем.
Оу. Опять встали. Так. Генерала, давай поставь себе. Например, вот этого. Французские сепаратюги. Разбили мы их. Так, чё там? Стоп. Стаба 1 дисца плюс... Ого! О, престиж. 50 престижа. Можно еще кого-то успокоить. Например, вот... А, их нельзя... Я вот не понимаю, а в чем смысл заменять губернатора? Чтобы у него, типа, были лучше статыш или что? То есть 50 желаний свободы. Ай, да какая разница, какая там религия, успокоить. И 10 дисциплины на сколько? На 6 лет. Угу. Ну, там на 5, наверное. Тоже неплохо. 10 дисциплин, это, блин, дофига. Скажу я вам, дофига. Так, пацаки, давай сюда. Адик, он здесь был. Или здесь? Нет, тут Виктор какой-то. Витёк. Ну тут, кстати, нельзя будет увеличить. Давай еще вот этих разбей. Так. Группа реагирования будет у нас стоять. Угу. У меня где-то здесь, а вот тут есть еще 6000, которые хотят, чтобы их разбили. Ага, группа реагирования только из одной пехоты. Ну да. Конечно. Так нареагируешь, что прям не знаю. Отсюда давайте возьмем. Да тут опять одна пехота. Кавалерии дайте. Немножко. Вон с турками можно повоевать. Давайте этим и займемся. Потому что почему бы и нет. Сколько у них там войск? 20 тысяч. Многовато. И технологии у них 29-е. У нас 28-е. Ты смотри, какой турок. Обогнал даже. Ладно, у меня тут есть войска. Так, мы сбили. Давай сюда. Разбиваем. Тут армии стоят. Короче, найму себе тут сам войска свои. 90 дней. Так, 4. Кавалерии будет. Так, давай, может, домой идти. Тут у нас крепость стоит. Она отобьет это все. Так, кто хочет национализироваться? Ну, вы хотите, да? Семинар. Они должны успокоиться, по идее. Так, что там Польша? Еще одна провочка почти что. Ну, давайте будем раздавать. Финляндия. Текс. И тут... Тоны у вас сколько? 18. 30, ничего себе. 12. Болгария 17. Ну, давайте тут Таврия. Это, наверное, Таврида было бы немного получше название. Таврия. Вот
тут отдам Харькову. Киев, Киев, Киев. Тоже Харькову можно отдать. Чего его там? Кунулян. Рязань. 13. А вот это Рязань отдадим. Так, а тут можно Болгарии отдать, 17, а тут отдадим этой Таврии, тут отдадим Силезии. На границе. Так, и давайте посмотрим. Угу, 62%. Можно полностью не брать, можно подождать, и потом еще. А зачем? Сразу отдадим, тут отдам Бранденбургу. Так, сколько тебя там? 12. Тебе нужно отдать еще. Тут 30-ка, немножко жирновато. Можно тевтонам вот эти две провки отдать. Да. Тевтон. Тевтон. Так, ровно тоже Силезии отдадим. Люблин тоже им отойдет. Житомир отойдет Таврии. Туров отойдет. Семнадцать. А пусть будет Рязань. Так, хотя, зачем Рязань? Значит, тоже будет Таврия. Вот. Ну, как-то так раздадим польские территории. Так, Силезия. Ну, и это еще нужно... Ой, блин, забыл. 94. А хватит? Ну, должно 3% должно хватить. Как раз. Впритык. Вписались мы. Ну, самые дорогие уже закорены. Ого, уж 14. А ну это Манила. Там такая территория нехилая. За Маркеш тоже должны дать много. Вот эти. А, стоп. А почему тут нету этой хрени? Вот. А, это революционеры. Я думал, это националисты. Ну, значит, они там не выделятся от нас. Это не проблема вовсе. Ну что там взяли? Давай, 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 Силезия. Или это кто? А, это Саксония. Давай, гоу, гоу, гоу. Там 0% осады. Не 0%, а 0 очков осады. У генерала Бухара. Бухара. О, кстати, хорошо, что это, что ты напомнила о себе через 2 месяца. Нужно будет тебя скушать. Ну, а пока объявим ежение. Тут какая шестерка.
Двойка. Нормально. О. О, хорошо. Монгольские сепаратисты. Правда, китайцы их разбьют, я думаю, запросто. У них это не проблема. Текс. Ну, объявлять будем Ежене. Она выглядит немножко посерьезнее. Чем монголы. Хотя у монгол два цаха. Ну да, она покрупнее будет. Так, ты туда, ты сюда. Тебе мы поставим вот этого. Хотя не-не-не-не-не-не-не, вот этого на плюс 3 осады. А тебе на плюс 1. Так, успокоили антхейских повстанцев. 7-8. Но они потихонечку национализируют. 18 до сих пор. И религия тоже на четверке держится. И минус 3 стабы. Не знаю. Ну тут плюс 1, конечно. У них султан или кто у них там? Раджа. С таким, конечно, правителю многого не достигнешь. Ну, возьмешь? А ты, блин, издеваешься? Ну, походу, издевается. А, ну тут наши сами возьмут. Можно эти войска соединить, разделить и как-то их распределить. Все, собрались тут армии наши. Главное, чтобы эти монголы не шли на нас. Так, с Бухарой можно повоевать. Но там придется все себе забирать. Так что немножко мне это не нравится. 26, жесть. Это много. Тут сколько? 11. Но все равно не хватит 26 туда запихнуть. А, давай, иди. Еще не взял. Так, блин, ты издевайся. Ну сколько можно? Ну что за хрень? Что за хрень? Так, ну тут в Испании и есть войска. Еще бы одну армию вот, на Британские острова запихнуть. А, это какие-то другие сепаратисты. Еще какую-то армию нам нужна вот тут, в России. Вот, по 2% сколько? Вот так. 197. 30 тысяч, это, конечно, немало, но походу их уже кто-то будет атаковать.
Их, да, плохо, что у них нету генерала, вообще никакого. Да, они, скорее всего, ничего не сделают. Тут повстанцы, чтобы что-то сделали, это нужно, чтобы они восстали полностью на всей территории. Тогда есть какой-то шанс, что они достигнут своего результата. А сейчас это бесполезная затея. Так, взяли, хорошо. Запихнем еще войска. О, и вот эти ненужные будут, пусть стоят. Так, а вот вы, ребята. Сюда давай. Сюда давай. И вы тоже вот сюда. Вот так, хорошо. Так, нужно отзывать. А, китайцы их легко разбивают, даже меньшими войсками. Админку нельзя уменьшить. Что? Хорошо, друзья. На этом будем завершать эту серию. Встретимся уже в следующей, где замиримся против осман, против Польши, потому что тут этот какой-то заколдованный форт, крепость, и против Ежения. А воевать будем... Так, рано, ну, против Аюти можно, против Кутая можно, против Конго. Вот, тут они, походу, ничем не закончат. Не, он еще воюет, ничего себе. Ну и против остальных тут мелких стран. Так что, всем спасибо за внимание, с вами был Назар. Всем пока, всем всего доброго.